16 марта в Доме культуры имени Кирова прошел финал второго городского конкурса «Ох уж наши бабушки». Главными героями большого праздничного концерта стали 12 копейчанок-участниц. В течение полутора месяцев они – самые яркие, активные и талантливые бабушки города – проходили 5 разных творческих этапов. Очень интересно, очень позитивно. Конкурсантки оказались необыкновенно творческие, инициативные. И вот вы знаете, просто я получила удовлетворение и счастье. Они для меня родными стали. Настолько мы за эти вот дни конкурса все сблизились. Конечно, переживаний было очень много, волнений было много. Но я считаю, что все прошло на ура, все получилось просто здорово. Финал конкурса был очень ярким и шумным, во многом благодаря болельщикам, которые активно поддерживали своих фавориток. За Ольгу Панчук и за Александру Дегтяреву. Да, у нас так сложилось, что у нас сразу две бабушки участвовали в конкурсе. Волновались, аплодировали, ребенка на репетиции отпускали. Ну и, конечно, старались всем, чем могли, помогали, монтировали ролики, да, презентацию готовили. Ну и ходили, вот поддерживали в течение этапов конкурса. Главной интригой концерта было объявление результатов конкурса. Его поделили на несколько частей. Сначала награды вручили призерам и победителям каждого из 5 этапов соревнования. И первое место в этом этапе заняла Ольга Панчук. Имя самой лучшей бабушки Копейска было объявлено в самом конце. Ей стала Тамара Антипенкова. Супер бабушка 2018! Неожиданно, конечно. Ну, я рада, что победила, потому что это было испытание для меня. У меня возраст 65 лет, поэтому это для меня был праздник. Мне этот конкурс дал новых друзей, новых знакомых, и я себя испытала. Перевести дух после конкурса победительницы не получится. Уже 24 марта Тамара Степановна поедет защищать честь Копейска на конкурсе «Бабушка моей мечты», который пройдет в Челябинске.